привет! Я очень рада вас видеть на своем канале. Меня зовут Новосветлова Наталья, и это видео посвящено моим покупкам по 14-му каталогу компании Oriflame. Ну, давайте начнем. В этом каталоге появилась очень классная новинка для своих волос. Ухаживайте за своими волосами и влюбляйтесь. И я, конечно, не смогла удержаться от покупки и купила для себя вот такие вот замечательные два масла для волос. Одно разглаживающее, которое для окрашенных и для мелированных волос, а другое масло для кудрявых, непослушных, сложных в укладке. Что могу сказать? Протестировав два этих масла, в них содержится масло органы и розы. Протестировав это масло, я могу сказать, что они вроде как и по консистенции одинаковые, но аромат у них абсолютно разный. Если у одного аромат более насыщенный, допустим, у разглаживающего масла, то у другого масла он более какой-то такой легкий, немножко послаще. Но действие замечательное. Волосы я пробовала как? Помыв голову, просушив полотенцем, я нанесла на влажные волосы по всей длине, кроме области корней, прям выдавив несколько капелек на руки, распределив, и вот так вот прям по волосам, просто протягивала по волосам руками и распределяла это от, в принципе, от корней до кончиков волос. Ну, конечно, кожу головы это, конечно, мы не наносим. Что могу сказать? Волосы не утяжелены, волосы не чувствуются, что они чем-то... Они такие же легкие, шелковистые, блестящие. Мне очень понравилось, очень достойная такая вообще. Но аромат, ой, ну прям здесь вот сладенький, прям... Да, разный. Здесь вот немножко другой аромат. Ну, классный. Я не могла удержаться и приобрела себе два, потому что я решила, что все-таки, если это два масла, то они все-таки разные, у них действие немножко разное. Также из этой серии я приобрела маску для волос с органовым маслом и розы, но пока еще ее не пробовала, у меня пока еще там другие масочки в использовании. Но, тем не менее, я думаю, что это у нас уже серия, аналог профессиональным сериям для волос, которые продаются в каких-то специализированных магазинов для парикмахеров. Поэтому не могла не удержаться от такой покупки, от такой новинки. Вот, поэтому приобрела, буду пользоваться с удовольствием и потом уже вам рассказывать в пустых баночках, как улучшились мои волосы. Потому что мои волосы, они подвергаются окраске каждый месяц, у них на их проходящая уже биохимка, поэтому волосы, в принципе, истощены, поэтому им требуется уход, и я решила, что вот эти вот масла будут незаменимы для меня. Что хочется еще рассказать вам. В каталоге мне пришел вот такой вот пробник сыворотки новой серии Novage. Я уже пробовала эту сыворотку, покупала в предыдущем каталоге сама пробник. Мне очень понравился, я не удержалась и приобрела вот такой вот пробник сыворотки, в котором 5 мл. Этот компания мне прислала в подарок бесплатно, а вот этот пробник, здесь 5 мл, я приобрела для себя. Хотя мне нету 40 лет, но... Очень такой большой соблазн, выглядеть хорошо. Вот такой вот пробничек, 5 мл, который мы наносим, кроме области глаз, под крема. Ну, я довольна, пользуюсь, то есть, вот он такой маленький, но, в принципе, если мне вот этого пробника хватило на 3 раза, на 3 дня применения по утрам, то этого пробника я вот уже его использую 8-й день. Вот, поэтому мне очень нравится, но не знаю, как бы можно это делать. Но в любом случае курсами что-то такое даже для молодой кожи можно попробовать, потому что это такая серия, такая, ну, штука, просто бомба, которая появляется с 15-го каталога в компании Oriflame. Это просто супер-супер, я очень мечтаю купить крем для области глаз, который есть в этой серии, попробовать, чтобы не было морщинок, чтобы не было гусиных лапок. Ну, здорово, я очень как бы довольна и думаю, что женщины, которые с 40 лет, они просто будут в полнейшем восторге от этой серии, они помолодеют, они будут ухоженными, у них улучшится цвет лица, сократятся какие-то поры, покраснения, что-то капилляры, еще что-то какие-либо будут, ну, если у них есть на коже какие-то проблемы, то все эта серия сможет решить и сделать их молодыми и красивыми. Вот, если
Мы продолжаем тему ухода за кожей лица. Я приобрела из серии Optimals. Это вот такой вот лосьон из серии Aqua. Вот здесь вот он вот такой. Вот получается здесь 50 даже миллилитров, дозатор с SPF 15, ну, очень много было положительных отзывов об этой серии, и я вот решила приобрести лосьон. И приобрела также из этой серии две упаковки вот таких вот капсул. Капсулами я уже пользовалась, их приобретала. Значит, вот эти капсулы, здесь 14 капсул, они находятся вот в таких вот отделениях, как в виде таблеточек. Вот, наносятся они под крем на ночь. Мне очень понравились эти капсулы, поэтому купила их повторно. Вот уже две упаковки, чтобы у меня были. Это получается на 28 дней. Очень хорошо восстанавливают кожу, очень хорошо ее увлажняют. Тем более сейчас у нас включили и отопление в квартирах, поэтому кожа будет сохнуть. Будет сейчас у нас ветра на улице, похолодание. Поэтому очень классно восстановить кожу. И самое, что интересное, в этих капсулах содержится витамин С. Что это такое? Если у вас пигментация на коже, это значит нехватка в организме мелатонина. Чтобы восполнить мелатонин, нужно употреблять витамин С. Вот, ну, само собой, Wellness Pack, и плюс добавить еще витамин С. А вот эти вот капсулы дадут вам возможность прям непосредственно снаружи свою кожу попитать. Поэтому это, я думаю, будет очень хорошо, эти капсулы, и у кого пигментация, и у кого сухость кожи, и вообще восполнить и увлажнить кожу лица. Поэтому вот замечательно, мне они понравились, я приобрела еще раз вот их. Хочется вам еще показать, у меня здесь есть остатки заказа по 13-му каталогу. Это из декоративной косметики. Я приобрела, не удержалась, приобретала одни тени. Теперь приобрела еще одни тени, 320-76 у них код. Это новинка серии Giordani. Вот уже несколько каталогов появились эти тени. Я, попробовав одни сливовые, приобрела для себя еще вот такую вот коричневую гамму. Сейчас вам покажу. Здесь находится у нас аппликатор и вот такие вот тени. Значит, здесь есть самый светлый и темнее. Они с перламутром, с блесками, и самый темный, он матовый. Вот, поэтому не могла удержаться, приобрела вот еще одни, вот такую еще одну палетку, потому что настолько классные тени, они очень классно ложатся, ими хочется вот красить, продолжая свои нанесения. Ну, очень красивые, очень классные. Также из серии Giordani я приобрела вот такой вот карандаш для губ, у которого с одной стороны кисточка, это уже мой третий карандаш для губ из серии Giordani. Ну, вот у меня не было вот такого вот как бы сливового. Он такой розово-сливовый оттенок, значит, код его сейчас вам подскажу, 31384, то есть вот он такой, если вот вам видно, под такие помадки светло-розовые немножко, но он все-таки, а он насыщенно прям розовый, хотя я ожидала от него другого, до снятия видео не пробовала, вот, но он такой розовый-розовый прям, в принципе, розовый. Вот. У меня не было такого оттенка, поэтому мне хотелось приобрести, и я его приобрела. Также, продолжая серию декоративной косметики, приобрела вот такой вот карандаш. Это новинка 14-го каталога, гелевый карандаш для глаз. Ну, для меня это вообще, я так посмотрела на него, думаю, это какой-то прям современный гаджет в карандаше. Его не нужно точить, он просто выкручивается, если мы крутим... Вот здесь вот, если мы крутим, он у нас выкручивается. Мы можем его обратно закрутить, если видно. И здесь на кончике есть точилка. Вот мы ее открываем, и точилкой мы можем подточить сам кончик. И также ее обратно захлопнуть, и она будет всегда с нами, с собой. То есть, чем мне понравился этот карандаш? Вот смотрите, он вот так вот ярко, очень мягкий при нанесении, ярко рисует. Красивые получаются стрелки. Кончиком его вот этой точилкой, кончик можно заточить, если он затупился. И, в принципе, как бы...
все, меня в этом карандаше устраивает, красивые вот стрелки, если вам видно, вот сейчас я им накрашена, как бы мягкое нанесение, прям хорошо скользит по веку, очень красивый, красивый и достойный. А, так, что еще? Я заказала вот такие вот лопаточки для кремов. Код ихний 4718, здесь 15, за 15 рублей 5 лопаточек. Чтобы не лазить пальчиками в крема, вот такие вот лопаточки нам позволяют взять сколько нужно крема и наносить на лицо. Также по программе лояльности я потратила свои 500 баллов и заказала вот такую водичку So Fever женскую. У меня такая была, она у меня закончилась, кто смотрел пустышки сентября. И поэтому я была в раздумьях, куда бы потратить баллы по программе лояльности, и я заказала ее снова. Вот такой вот аромат, она совершенно вот новая, ну классная вообще. Сладкая, такая классная, вот, я не знаю, побуждающая, море, солнце, пляж, классно. Ну вот просто, вот, покупаю еще ее второй раз, как бы мне очень понравилась она, и поэтому, кто еще не знает этот аромат, поэтому попробуйте, закажите, может быть, пробник, понюхайте этот аромат, и, может быть, вы также влюбитесь в него, как и я. Так, что еще вам не показала интересного? В серии The One заказала вот такую вот рассыпчатую пудру, появилась она не так давно, в трех цветах. Я заказала для себя прозрачную, потому что прозрачная пудра очень хорошо в нанесении, на где область глаз, над глазами, под глазами, она такая, ну, у нее эффект получается макияжа лучше, поэтому у меня не было прозрачной такой рассыпчатой, я ее для себя приобрела, чтобы делать красивый-красивый макияж. Также из парфюма я заказала в себе вот такой парфюм Love Potion, он у меня уже был давно, но пока не открывала, пока вот приобрела, пусть будет, открою в ближайшее время. И вот такой вот крем для тела из серии этой же Love Potion, очень классный аромат, имбирь, шоколад, классный такой флакон, какой-то аромат с афродиаками, то есть... Было у меня такое, знаю этот аромат хорошо, он уже, это не новинка в каталоге компании Oriflame, но это классный-классный такой сладкий аромат. Также заказала из распродажи супругу вот такие бритвенные станки, которыми мы пользуемся, в принципе, регулярно приобретаю женские, мужские, какие бывают в каталогах. Также мне пришел вот такой вот пробник туалетной воды. Здесь, то есть, такой вот пробник, туалетная вода появляется у нас в каталоге в 15-м, Giordani Gold Essence. Здесь можно вот, получается, что его приоткрыть и понюхать, но я заказала нормальный полноразмерный пробник от этой туалетной водички. Что могу сказать? Мои впечатления по поводу этого аромата, мне очень понравился. Мне бы хотелось, чтобы у меня был такой аромат, поэтому скоро 15-й каталог, и я, скорее всего, приобрету для себя этот парфюм. Может быть, как вместе с сережками, а может быть, как с 50% скидкой, как консультант. Вот. Поэтому, если у вас еще нет возможности приобретать продукцию, как у меня, со скидкой, вы можете написать мне или посмотреть в инфобоксе ссылочку и иметь, зарегистрироваться в компании Oriflame и иметь возможности со скидкой 20% приобретать продукцию для себя и для своей семьи. Также была акция в каталоге, мы могли, сделав заказ, приобрести для себя вот такую вот сорочку шоколадного цвета. Я воспользовалась этой возможностью и заказала для себя размер S-ку. Ну, в принципе, красивая, хорошая, такая вот тут кружавчики, хорошие швы, все как бы сшито, все нормально. Перестегивающиеся здесь вот такие вот клапаны небольшие стоят, маленькие, вы можете удлинить или уменьшить лямки. И будет, в принципе, она хорошо смотреться, как бы ноская такая, и по акции очень и очень это получается выгодная покупка. То есть она... в каталоге сделай заказ и приобрети эту сорочку за 399 рублей. Ну, красивая, хорошая, нормальная. Приобрела еще вот такие вот спонжики для лица. Вот. И, в принципе, я думаю, что это все вот... Вроде как ничего не упустила, все вам показала. Все свои покупки по 14-му каталогу компании Oriflame.
Поэтому также продолжается акция на моем канале. Подписывайтесь на мой канал, участвуйте в розыгрыше подарков. Кто будет активно участвовать в жизни канала, задавать вопросы, ставить пальчики вверх, тем от меня подарки. Поэтому спасибо, что смотрели мое видео. Подписывайтесь на мой канал. Если вам видео понравилось, ставьте пальчики вверх. Всем пока-пока!